Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить, собственно, Contraband Police в прошлой серии. А где-то я чутился, не помню. О, что-то новенькое пришло, кстати, смотрите-ка. Обрушение шахты. По меньшей мере 5 шахтеров погибли в результате обрушения подземного тоннеля в угольной шахте «Глыба» этим утром. Бригады спасателей пытаются достать из-под завалов 12 человек. Кроме того, на помощь пострадавшим направилось более 1000 жителей окрестных сел. На данный момент точные причины трагедии неизвестны, никому не понятны. Так, у нас в прошлой серии были новые различные ограничения. Это то, что мы не можем пропускать лиц со следующими профессиями: художник, учитель, журналист. Технический контроль пока, ну, такой условный, образно говоря. Опись грузов мы, естественно, должны делать все в порядке. Контрабандист из Кагастама и контрабандист с возрастом 50 лет. Поэтому продолжаем работать. Пока вроде все нормально. Но, возможно, скоро не будет все так нормально. Так, трое сразу, да? Сука, блядь. Как обычно. Да куда? Да закрой двери нахер. Куда он уехал? Ага. Ай. Гандониус какой, а? Вот этот денёк, конечно, начался. Шикарно просто. Просто с нихера. Я так понимаю, я его просто должен таранить и все по опыту прошлого беглеца. Нам, кстати, еще говорили, что нужно грейдить машину, потому что рано или поздно, видимо, будут какие-то очень быстрые беглецы, которых мы просто не сможем догнать. Но пока мы успешно справляемся с задачей. Главное никуда не въебаться. Ни в кое, ни в дерево, ни в камень. Ну, если честно, какой-то очень быстрый прям. Честно, я мог его сразу застрелить просто? Прям там же. Я, наверное, мог по колесам стрелять еще, да? Мы прям уже кругаль такой нормальный навернули, я помню этот тоннель. А мы долго его будем преследовать-то? Мне кажется, я его не догоняю вообще ничуть. Ты, может, куда-нибудь въебешься? Ну, просто порядки бреда, на самом деле. Короче, с этими мигалками ничего, только, блин, это самое... Раздражают, если честно. Но я его, блин, вроде бы это самое, близко с ним уже нахожусь. Жалко, что я стрелять из машины прям не могу. Надо было, говорю, сразу по колесам мне было жахать и все. Я долго за тобой кататься-то буду, ублюдыш? Может, у него бензин закончится? Блин, мы сейчас по кругам по этим докатаемся до того, что он, наверное, обратно из этого... Из Акаристана уедет куда-то. Так, это ментовский участок... А, нет, кладбище вообще какое-то получается. Я максимально стараюсь сокращать углы, потому что... Ну, иначе мне его, видимо, не догнать. Сука, ну стой ты, задолбал меня. Я ж прям на хвосте у него уже вещу. Все, не? Ляха-муха, вылезай, вылезай! Сука, это пиздец. Как он убежал? А, блядь. Это будет очень долго, видимо. Ну вот как? Как мне его тормознуть нафиг? Вот здесь, понятное дело, что я вот так... Пиздец, сократил вообще нахер. Кто ж видел-то это говно?
Я не знаю, может быть, я даже вырежу эту погоню, потому что... А смысл от нее какой вообще? Как мне его поймать, бляха-муха, все углы режу. Фу, блять, наконец-то нахуй. Бесит. Сука, я за ним гонялся. Мудила. У тебя еще нет ничего, бомжа вообще. О, кстати. Этому типу сейчас можем неофициальную контрабанду, что ли, словить? Фальшивые деньги, ребята. Так, здесь нужен ножичек. Нож сломался? А как так? То есть у меня еще одни деньги. Тут, оказывается, вещи ломаются, нихера себе. Так, ну мы успеем вернуться к работе. Мы сейчас просто фальшивые деньги налутаем. Так, мне нужно это. Так, фальшивые деньги, бабах. Ты чё, охуел, что ли? Надеюсь, меня никто не запалит, что это большие его деньги. Как бы... Да, вылези отсюда, зачем сюда-то? Хватит дудеть. У меня есть время, чтобы осмотреться и фальшивые деньги на улице. Так, подожди. Здесь... А, вон там, кстати, еще фальшивые деньги. А как? Оп, спрятанная контрабанда. Так, ну мне надо вернуться к проезжим, это все понятно. Ну, вроде здесь я все облутал. Сам отвали. Здесь вроде ничего нет. Так, все. Все, я... Подожди, а где? А. Да сядь машину. Так, интересно, что с этими деньгами делать? А, куда ехать? Давайте смотреть по карте, где я нахожусь. Ёпана мать, нам надо очень, короче, быстро. 2,5 минуты есть, чтобы доехать до поста и продолжить свою работу. А, ёп, блядь, куда ты едешь? Так, давайте с мигалочками, чтобы нам все уступали, потому что бегали... Да каких противников? Ебать... Там с дробовиками что-то. У меня по машине жопа пришла или нет, или мне кажется. То, блин, засада, то, блин, дебил, который уехал с фальшивыми деньгами. Вообще, короче, жесть. Так, инструменты у Влада, я помню, где они находятся. Если мы сейчас едем сюда. Да, мы тупо едем по этой прямой, все ништяк. По идее, за 2 минуты должны успеть вернуться на работу. С фальшивыми деньгами. А вот что с ними делать, это, честно, я хз. Но их можно продать. Ну, если так гниды быть. Потому что, судя по тому, в полиции, я так понимаю, только кокаин могу сдавать, да? Про фальшивые деньги мне никто ничего не говорил. То, что я сейчас здесь нашел фальшивые деньги, это... Никто этого не видел, никто этого не знает. Просто чел какой-то пытался проехать, чё. Что я могу ему сказать? Ну, плохо бывает такое. Чуть не врезался. Минута осталась. Блин, я вообще туда еду, нет? Да, туда. Должен успеть. Ребятки, ждите, должен успеть. Прям... Как могу, уже еду. Почти на месте. Минута осталась. Интересно, что с этими деньгами делать? Столько много вопросов, столько мало ответов. Так, ровно минуту осталось, чтобы приехать. Но я уже почти здесь. Я даже заеду сюда и паркану где-нибудь вот тут. О! А, я не могу здесь парковаться? Серьезно?
Интересная очень механика, конечно, у вас. А где я дверь потерял? Где дверь потерял? Так, я вернулся на работу, все хорошо. Так, следующий, пожалуйста. Это у нас был один из преступников, которому 50 лет, да? Ага, шикарно. Так, слушай, здравствуй, товарищ. Но как бы у меня, если честно, утро плохо началось, поэтому давай-ка это самое. Тамер Полат. 27 ПБН 20Т, июнь 81 работа, опись грузов. Подожди, а по какой работе ты въезжаешь? Лесоруб. Лесорубы нам нужны, все нормально. Тамер Палат, 13 июня, все шикарно. Курица, две курицы и багаж у тебя должно быть еще, да, получается? Давай посмотрим. Это шикарное место для перевоза курицы, я вам отвечаю. Так, слушай, я, короче, это самое. Ну, курица и багаж. Слушай, у тебя, по-моему, все в порядке. Давай я тебя быстренько под ультрафиолетом посмотрим. Может, курицы здесь какие-то не такие. Куриц можно реально зарубить, походу. Да не вопрос. Чё? Только что получили вызов на срочное вмешательство. Возьмётесь за это? Да подожди, я еще этого не отпустил. У тебя все норм, короче. Добро пожаловать. Да, тебе тоже. А что за срочное вмешательство? Ну давайте. Один из заключенных только что выбрался из трудового лагеря и бежал на угнанной машине. Можете помочь нам его схватить? Нет. Не хочу я за ним ехать. Не хватило погони, которая уже была утром. Следующий, пожалуйста. Нет там, нет там. Это ну обор Антинья. В смысле, неправильный досмотр. А почему? Неисправности автомобиля? То есть, я серьезно, я должен был... Ебать, то есть мне теперь еще и машину осматривать снаружи? Фото не то у него было неправильно. Спущены шины, разбиты фары, нет зеркал. Блядь. Ты мне теперь каждую машину еще осматривать? Атматура. Да, давай атматурой своей. Так, Республика Кагастам, да? Можно попросить вас выйти из машины? О, что ты купишь у меня? Давай, посмотрим, что ты купишь. Стой. Что купишь? Так, короче, кстати, касательно прошлой серии, я типа не понимал, почему я не могу сигареты продавать. Это связано с тем, что вот здесь вот есть список того, что он может купить. Если, допустим, у меня есть сигареты, то я могу продать ему, допустим, две пачки. Плюс он сам продает себе по себе стиральный порошок. Ну, тут он продает только водку, пачку кофе и пачку сигарет. Блин, что мне с фальшивыми деньгами делать? Давайте на топор на единичку пока поставлю. Ломик на тройку. Короче, чел. Я почти уверен, что ты... Нет необходимости доставать, говоришь? А с чего ты взял, что нет необходимости это делать? Я думаю, что необходимость есть. Пойдем сейчас все это опись. Блин, ну мне кажется... У него же по-любому что-то должно быть. Блин, это будет долго, стерно, тысячи машины все осматривать.
Я просто не хочу просто так. Ничего не прячу. Да вроде ничего не прячу, в том-то и дело. Ну, елы-палы. Почему у меня такое паршивое ощущение, что сейчас будет какой-то прикольчик? Багаж, мешок цемента, да? Три багажа, два мешка цемента. Сурен Ганбат. 9 июня, работа. Кто будешь? Учитель. А, ты учителем хочешь въехать? Пока нельзя. Мы учителей не принимаем. У тебя же получается все норм, но вот из-за того, что ты учитель. Блять, это... Охуеть. Это то есть я должен теперь вот так вот отмечать еще дефекты... Еба. Правила въезда с документами водителя. Но правила въезда не те. То есть, типа, ты въезжать у нас не можешь. По фотке, кстати, вроде даже похож. Дефекты автомобиля, это, конечно, вообще лючдитая. Ой, лючдитая, да, дичь лютая. Ну, короче, не могу я тебя пропустить. Я надеюсь, что ты не преступник. Бляха-муха, надо сначала загрузить ему это говно. Максон! Заебал, тебе новый бронежилет купил. Работай нормально, быстро давай. Его мы пустить не можем, потому что он хочет быть учителем. У нас там еще две машины ждут. Короче, давай быстрее отсюда. Я же что-то досмотр сделал, да? Все правильно, вроде въезд запрещен. Не тап. Ну, бля, сорян. Мне что приказали, то и... То и получилось. Я надеюсь, ты не преступник, потому что я всю твою машину полностью обыскал. Ни хера не нашел. Чистейший в мире человек. Да, ты еще командир. Нормально все с ним? Слава богу. Это наш выбор, так, объединенный ралли. Кто-то? Учитель. Арнетаммер. Арнетаммер. Блин, какой у тебя паспорт красивый номер. 25 мая. Тут-то все норм. А вот то, что учителем едешь, увы. Правила въезда не подходят под это. Подожди, он чем-то перегружен, по-моему, мне кажется, не? Так, это мне получается... Подожди, это что-то досмотрит, надо еще здесь что-то пиликать. Подожди, спущены шины, наверное, одна, да? Мне кажется, это спущена шина, или это так нормально? Так, мне надо посмотреть издали. Вроде две шины у него спущены. То есть, получается, у него две шины спущены. Разбитых окон нет. А, есть разбитое окно, кстати, вот. А, нет, нормальное окно. Нет зеркал, нет бамперов, дефекта кузова. Ну, вроде нормально все. Короче, нельзя. Кстати, а ты у нас что покупаешь? О, продаешь, точнее. Покупает пачки сигарет. Пачки кофе, мешок картошки. Слушай, блин, а кто покупает фальшивые деньги, интересно? А, тебя я не могу пропустить, потому что ты учитель, у тебя еще с машиной что-то некорректно. Да не денек, это правительство такое. Но с ним все норм, кроме этого, естественно. Отлично. Так, здорово. Ты сначала что торгуешь? Чем? Мешок картошки. Понятно. Короче, тогда документы давай. Ты из Кагастама, наверное, да? Королевство РК. Кстати, а Королевство РК вроде бы теперь норм, да? Или по-прежнему нельзя? Ну не, вроде можно. Республика Кагастам. Ладно, получается, Левон Алиев, давайте... Кстати, он уже, по-моему, как-то раз пытался проехать у нас, не? Ах, дебила кусочек. 4 июня.
А ну и все. Если только еще, конечно, по машине вопросы есть, да, получается. Да по машине, кстати, у него вроде все нормально. То есть она не разбитая, зеркала. А, зеркал нет, кстати. Зеркал нет. Обоих. Бампер есть. Задний тоже. Ну, в целом, вроде да. Короче, ты не можешь проехать. Номер паспорта — это говно. Это еще не конец. Ты типа вернешься с другим паспортом. Я же говорю, он у нас уже был. Он у нас уже был. Это 100%. У него тогда тоже что-то было не соответствовало. То ли имя, то ли еще что-то. Упер, давай. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Так, а результаты осмотра. Что у нас там? Спущена шина все-таки одна. Это та краска, которая дымилась, получается. Так, ребят, нам надо съездить за ножиком, получается. Нам нужно купить ножик. Мне не нужен, получается, второй пистолет. А где склад? Склад у нас где-то здесь, да? Там же преступников у меня вроде нет. Они все сбежали. Последние. Так, лопата, газовый шланг. А, кстати, кухонный нож у меня есть, поэтому нам никуда не надо ехать. Поэтому вот так вот будет ножичек. Я не знал, что у ножек и вил есть жизнь. Кстати, вилы нам, получается, нахер пока не нужны. Пистолет пусть будет, чё как бы нет. Фальшивые деньги, я не знаю, может, все-таки мне у себя их похоронить пока. Есть какой-то мой личный склад? Отойти. Да, отойчи, отойчи. Так, денег у нас не так уж и много. Чё по служебному телефону? Снабжение можно вызвать или вызвать полицейский транспорт. 500 баксов, нихера себе. Ну, это, видимо, когда я буду очень хорошо зарабатывать. Так, ладно, получается, нам пока никуда не надо. Ну, потому что у меня всякое есть бабосики и патрончики. Поэтому мы просто отдыхаем. Отдыхаем. Блин, конечно, в самом начале серии, то, что мы полчаса гонялись. А за что такие расходы-то дикие прям? Прям жестко. Почему я за пятерых сотрудников плачу 225? Почему? Ну, типа, неправильный досмотр. А, неправильный досмотр 130 еще. Ох, ёкало мене, это как так-то вообще? Мне надо что-то делать с фальшивыми деньгами. Подъем, товарищ. Вас ждет очередной охуительный день в Акаристане. Так, по-прежнему остался у нас один из Кагастама, да? Угу. Можешь сразу заезжать. Я готов. Я, короче, понял, надо встречать вот здесь вот. О, это шиканище командир. Давай, давай. И сразу давай из машины выходи. Ну, конечно, что ж, тачки надо смотреть, это вообще жопа. Так, ты как Кагастам? Ага. Видимо, ты. И, видимо, поэтому такая музычка играет, да? На продажу что-нибудь, пачка сигарет. То есть я могу, короче, у него покупать пачки сигарет за 21 и продавать кому-то за 28, правильно понимаю? Типа барыжить. Но у меня сейчас денег нет, чтобы барыжить. Так, а да что ты делаешь? Во-первых, мне надо сравнить твое лицо. Лицо нормальное, да? Бадар. Здесь так вот сравним. 29 апреля, ровно, 30 августа, ровно. По идее, два песка, да? Ты уверен, блядь? Да. Все. Вы арандо рест, как говорится. А у меня, смотрите.
У меня, короче, появилась карта этого самого. Еще фальшивые деньги. Ничего фальшивого, говорит, нет. Сейчас найдем. Как-то странно, в шинах ничего нет. А, нет, смотрите-ка, есть. Так, фальшивые денежки нашли в шине. Опа, здесь тоже есть. Ты нахера забрался-то туда? Так. Опа, ничего себе. Так, мне здесь нужен ломик. А где деньги? А, о, нашел. Ага. Топор нужен. Охереть, здесь денег. А что из этого мое, что из этого не мое? Это как мне теперь определить? Просто есть же мои фальшивые деньги, а есть чужие. А ты еще один песок везешь, а не два. Ебать ты клоун, конечно. Слушайте, ну на удивление вроде все. Здесь в шинах ничего нет, здесь тоже. А, вот здесь. А, нет свободного места. На Япона, мать. Мне надо загружать в склад, получается. Так, надо вот так вот. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Ну, у меня точно было 5 моих фальшивых денег, да? Не, больше было, больше было. Поэтому вот это мое. А, там одна пачка денег есть, поэтому одну могу оставить здесь. Хотя, может быть, та пачка хуже, чем моя пачка. Ну, ладно, это не суть. Опа. Ну вот теперь вроде все точно. Блять, Максон, как ты меня заебешь? Ну как ты постоянно убегаешь? А, да. Отвози нахер то говно. Пришла попытка. То есть я не все нашел? Под приборной панелью двигатель. Вообще не видел. Ну я ж все смотрел, в смысле. Так, с контрабандистами все получается. Остались только учителя, журналисты и художники. Ебать, тебя шины, конечно, пиздохуительные. Шолек. Ты как сюда доехал-то вообще, дурачок? А я в ритку эсэй, ач акаристаинска всем ная. Всем мадро знаяч адавидатство. Какое-то блядство, он там говорит, ну я документы твои проверяю, поэтому не переживай. Так, работа, ты кто хочешь быть? Журналист. А журналисты нам вроде не нужны, да? Или нужны? Ага, не нужны. Но я все равно проведу опись всего, получается. Вылези, пожалуйста. Так, у тебя получается 3 мешка картошки, 5 багажей, все правильно, но из-за того, что... У тебя, блин, и по машине пиздец какой-то полный, если честно. Спущены шины, это раз, да? Одна. Спущена шина, разбита фара. Так, спущены шины, одна, разбита фара. Стекла вроде все на месте. А, 2 фары разбиты, нихера не одна. Зеркала есть? Зеркала есть у тебя, стекла тоже есть. Вообще у тебя грязная машина какая-то, помой ее что ли? Короче, нельзя. Во-первых, правила въезда, ага, правила въезда вот так вот. Водитель не хочет торговать.
Блин, сорян. Нам журналисты не нужны. Не. Никаких ошибок я не делаю. Укатывайся отсюда. На своей спущенной шине. С разбитыми фарами. Бампера у него нет, сразу вижу. Разбитое стекло, нет бампера. Два стекла даже разбитых. Берите, только берите. Чё? Берите, только берите. Так, Рабих Булют. По номеру все норм. 10 мая, по работе. Сука, художник. Вот, ну куда вы лезете, блядь? Ну зачем? Так, у него разбито два окна. У него нет бамперов. Одного, по крайней мере. Два окна ведь разбито. Одного зеркала нет еще. Ну, все получается. Пора, что ошибка? Вы делаете ошибку. Никаких ошибок я не делаю. Нихера себе, у нас машин больше, чем 4 уже получается. Это какая-то... Это третья, следующая четвертая. Так, сразу смотрим. Бампера есть. Вас повысили. Че такая музыка страшная была? А, у него обоих бамперов не было. То есть это единственное, что я не угадал, да? Собак сутулая. Так, стекло. Интересно, а если ему в стекло выстрелить и написать, что типа оно... Короче, треснутое, что скажут? Твой документ. Че, куда приехал? Просто гражданин, да? Ага, по паспорту все вижу. 1 июня, 8 октября. О, господи, вообще. Ты чё? Чё с тобой? Кстати, по машине она у него в порядке. Ну, вроде же в порядке, да? А, стекло только разбито или нет? Или я путаю? Да, я путаю. Ну, короче, нельзя. Что-то досмотри, номер паспорта спущен. Блин, ну слушай, у него вроде все норм. А, или зеркало у него. Зеркала нет одного. Да не, все есть. А что туда? Дефекты кузова, все нормально у него. Нормально, просто въехать не может. Че за денек? Ну вот. Такой вот денек. Последняя машина на сегодня, да? 40. Здравствуйте. Опа. Результаты досмотра. Какие у нас там были? Че я не обнаружил? А, все нормально, 120 баксов. Так, давай посмотрим тебя. Так, Курбанов, по номеру у тебя вроде нормально. 15 июня все в порядке, 17 июля все в порядке. Транзит, епона мать, вот тебя придется. Ты торгуешь вообще? Чем-нибудь продает туалетную бумагу. Скупает пачки сигарет по 24. Ну, то есть я могу реально навариваться так немножечко, да? Типа покупаешь лом туалетку за 24, продаешь ее, не знаю, за 28. Вот так вот. Я надеюсь, здесь все нормально будет. Сейчас, конечно, все это будем выгружать 100%. Потому что никто мимо нас не пройдет. Начинаем опись проводить всего этого дела. У тебя очень много грузов, на самом деле, получается. По количеству чего у тебя? 6 мешков цемента, правильно? Правильно. 3 газовые плиты. Одна бочка машинного масла, одно мыло, 2 холодоса и 1 унитаз. Слушай, по количеству все норм. Я сейчас только проверю на контрабанду, возможно. Ну, на всякий случай. Все же бывает.
То прикинь, так его не подозреваешь, он бац. И контрабандой балуется. Но у него все норм, по ходу пьесы. Угу. А, еще одна стирка здесь. Ой, газовая плита. Да, слушай, у него все. Так, Максон, блять, ты че у унитаза сел? У тебя свой унитаз есть, я тебе каждый день его обеспечиваю. Загружай обратно. У него все в порядке. Единственное, что надо по машине посмотреть, да? Типа бампера, да, вроде все на месте. Два зеркала есть. Что ж она старая, неопрятная, это факт. Ну так, по-моему, он в порядке прям. Так, получается все правильно. Можешь уезжать. Согласен, даже дверь тебе закрою. Ехай давай отсюда. Нормально же все? 160! 160 за правильный досмотр. По машине у него все идеально. То есть меня так повысили, что я теперь так много денег получаю, да, получается? Получается. Так, хорошо, давайте еще один денек получается. У нас будет какой-то новый день. Новые требования, скорее всего. О! Тревога, на нас напали, все к оружию, блять. Банда Беранкова. Ты так аж поспал ночью. Надо беречь патроны пытаться. Кстати, а что с моей хпшкой? Ёпарас-то. Ага. Хуеть их много. Откуда у вас калаши? Или мне кажется, что у вас калаши? Патрон 20 штук всего осталось. Охереть. Так. Пятнадцать патронов осталось. 5 противников осталось, да? Откуда у него калаши у всех? Три противника осталось. Бля, у меня патроны кончились. Жизнь не так бывает. Вы сможете их уничтожить? Да, мне нужны гренки, наверное, получается, да? Я, конечно, могу с него побежать с топором наперевес к нему. Последний остался. Блять, младший сержант ранен, нуждается в лечении. Калаш подбира... Бля, нельзя... В смысле калаш нельзя подобрать? Ах ты, сучий потрох! А почему я не могу типа оружие подобрать? Вот это говно, если честно. Почему столько трупешников я не могу облутать их на предмет наличия патронов, нового оружия? Чё за говно-то, я не понял, почему? Так, ну сержант у нас вроде вылечили, да? У нас же вроде все живы. Мне надо сейчас магаз получается за патронами. Возможно, за новым оружием. Сколько у меня... Да, у меня все эти самые. Больше я пока... Подожди, а я что-то, когда их качаю, что ли, они получаются... Бля, когда их качаю, они получают большую зарплату. Вот откуда у меня такая зарплата дикая пошла. И я им еще, как назло, каждому почти купил, да, эту форму? А, Ковальский, блядь. Сорян, Ковальский.
Так, я, получается, должен забрать пистолет сейчас. Мне надо, короче, газовый шланг. Я не знаю, зачем он вообще. Это атака, ремонт, вилы, заступ какой-то. Короче... Блях, что мне с деньгами с фальшивыми делать-то? Они мои, не мои. Я, типа, смогу их продавать, не смогу. Мне нужно, короче, сейчас срочно прям ехать этот самый. Откройте. Бля, вот почему? Почему не сделать нормальный выход? Слушай, ты можешь тачку починить вообще? $50. А что это такое? А, он может мне тачки... Чё? А, то есть я могу эти автомобили купить еще. Слушай, ну почини, потому что там какая-то у нас очень плохая. Так, нам нужно сейчас срочно, получается, включить фары. И ехать в магазин этот самый. Я не готов 200 платить за доставку. Это я не считаю несправедливо вообще абсолютно полностью. Поэтому просто пытаемся... Где-то, кстати, здесь, по-моему, засада у нас была, да? У меня патронов нет, но надо просто проехать мимо, если что. С патронами прям вообще беда-бедовая. Так, у нас здесь... Инструменты у Влада. Бляха-муха, я поворот про... А это я как? Где-то здесь вот поворот, да, налево. Нам надо, короче, по нему чесать до магазина Влада. Я же правильно все понял? Ну да. Жалко, конечно, что телепортнуться нельзя. Это было бы как нельзя кстати в этой игре. Но, видимо, на это и сделал расчет, что ты там пока не можешь телепортнуться. У тебя получается так, а мы вообще правильно едем, не? Ну, в принципе, тоже можно тогда ехать. А то, короче, тебя могут по пути, получается, там засада, там еще что-то, пятое, десятое. Надо, короче, машину мне, получается, апгрейдить теперь. Потому что без машины дневные расходы. Итоги для лесопилки. В смысле лесопилки. А, это... А, из меня еще вычли бабки за то, что зарплату всем раздал. Ну, конечно. Прям шикарно. Блин, был богатым Буратино. 2000 бачей. Я такой думаю, ебать. Вообще как много. Тут дым, сюда дым потратил, а у них уже все. Так. Здрасте, блядь. Мне, во-первых... Поторговать. Могу тебе пистолет продать? Мне просто один не нужен, получается. То есть я у тебя могу покупать, но не могу продавать тебе. Это, конечно, лютое говно. Так, а мне нужен ножичек. Давайте на кухонный нож. Это какой кухонный? Нож командос, бля. Не, обычный кухонный нож сюда. Так, и пистолеты, патроны, патроны, пистолеты, патроны для ружья, ружья, ружье $700, автомат 1300, винтовка 2 косаря, с пистолетом бегаем, вообще не переживаем. Так. Ну, вот так как-то, граната на $150 дороговато, наверное, все-таки будет. Это да, получается 160 патронов у меня есть. Ну, с этим можно жить уже. Естественно. Так, заведите двигатель. Дорогу обратно, кстати, помню. Я почему-то поехал не по ней. Я почему-то поехал по другой абсолютно дороге. Ну да ладно. Вот теперь мы можем, кстати, и нападение отражать. Главное, чтобы нас там не чпокнули случайно. Что за музыка такая настороженная? Пум-пум-пум. 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 Пум-пум-пум-пум. Надо запомнить короткий маршрут до магазина Влада, потому что... Ну, когда мы будем получать по 2000 в день, там, конечно, будет похер на эти $200. Типа, просто приезжай сюда, будем закупаться. А так, да, мотель Караточек. Кстати, в этом мотеле. Я думаю, нас сюда еще, видимо, какой-то судьбой заведет. Ну, типа, вряд ли здесь принапихали просто различные всякие мотели, магазинчики. Мы туда даже ехать не будем.
Типа на лесопилке уже побыли, то есть вспомнили, чего там было, надеюсь. Нас там как раз таки подстрелили впервые в жизни. Так, все, выключить фары, заглушить двигатель, вылезти. Идем, получается, досыпать, потому что нас разбудили посреди дня. Надеюсь, что все удалось решить. А что решить-то? Все нормально. Все шикарно. Подожди, а где... А. Я почему-то вечно свой дом теряю. Вечно теряю свой дом, это не есть хорошо. Дайте, пожалуйста, сюда. Вот так вот. Теперь нормально выспимся, на нас вроде никто не нападает. Второй раз подряд. Это было бы очень забавно. О, солнышко, прям погодка хорошая. Прям шикарная. Генеральная уборка. Товарищ, в связи с предстоящими Олимпийскими играми, мы как народ должны показать себя с лучшей стороны. Автомобили на нашей дороге должны сиять. Не впускайте никого с большим количеством неисправностей. А при чем здесь Олимпиада? Какая нахуй Олимпиада-то? Что в газетах пишет? В стране полным ходом идет подготовка к долгожданным Олимпийским играм, которые 22-е. В интересах правильного имиджа нашей страны партия вводит обязанность общественных дел, согласно которой каждый гражданин обязан выполнять 10 часов общественных работ в неделю. Пусть этот напряженный период станет свидетельством силы духа нашего народа. А также изменения на рынке труда. По решению Министерства труда ограничения на трудоустройство временно приостановлены. Проект списка ненужных профессий будет возвращен в парламент для необходимых... внесение необходимых поправок. Ну, то есть, вот так вот как-то. Но здесь, получается, будут новые... Епона, мать, там новые задания. Короче, уже об этом узнаем в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, сюда пишите комментарии, делайте про колокольчик. Увидимся уже завтра в следующей серии. Дальше интереснее. Всем пока.